да, ну вот, разве что можно тут посмотреть. Проходил только что мой мастер-класс по гудничеству или же, по, ну, другими словами, по стеклянной миниатюре. К сожалению, это был устный мастер-класс без цели безопасности, тарелки не было, но рассказывал я о своем деле, о стеклянной миниатюре, в основном игрушки и мультяшки, но и натуралистичные, в общем, разного жанра. И занимаюсь этим 12 лет, просто жили в Харькове, в моем городе, два мастера, мы подружились, это, ну, в общем, друзья друзей научили, и они научили одного товарища моего, он уже меня, и вот так вот мы все дружим, это как такая династия друзей, можно сказать. Центр народного мистецтва Петриківка. В Швеції я бачила вінки імітація флет-оранжу з різничою музикою. А у нас ось так виникла мода, що робили із парафіну. Тобто береться шматочок дроту, обгортається папером і вмочається в розтоплений парафін, потім застигає, знову вмочається так багато разів, поки утвориться малесенька та крапелька, їх складають в букетики і кріплять на основу вінка. І, звичайно, постити геопозицію, щоб вас запрошувати долучитися, послухати.